Ну, всем привет, друзья! Давно я не выставлял обзорчиков на какие-нибудь комплекты. Но то вот времени не было, то лень была. В общем, сейчас я вам покажу новый комплект. Это недавно привезли. В принципе, по России мало кто такое продает, потому что автомобиль такой, можно сказать, редкий. Не часто его встретишь на дороге. И это рестайлинг. Очередной рестайлинг для Lexus GS. Та-дам! Вот он. Не часто его спрашивают, да, ну вот решили привезти, посмотреть спрос. В общем, что у нас в комплекте? Это у нас все F-Sport, да, вы уже, думаю, поняли по решетке радиатора. Передний бампер, оправы, решетка F-Sport. Ну, камеру поставить можно, если захотеть. Посмотрите, здесь у нас на решетке карбоновая вставочка, рамка под номер. Хром бронируем сразу же, потому что весь отлетит. Оптика мне понравилась, достойная, идет с блоками. Вот такой у них грозный вид, конечно. Вообще рестайлинговый GS, он очень симпатично смотрится. Так, по заднему бамперу меняется здесь только диффузор заднего бампера. Хромяшка идет еще к нему. Так, массированные такие пороги. Пластиковые, это не волокно. Заходит на крыло. Вот таким образом. Крылья идут, ну, с небольшой такой волной. Ну, грунтовочкой все идет. Шпаклевки никакой не нужно. Так. Ну и. Это стоп-сигнал. Стоп-сигналы, ну, честно говоря, на троечку. Сейчас покажу. На троечку с минусом. В общем, они мне не понравились. Из-за вот таких вот дефектов. Это клей. Можно было бы, конечно, сделать лучше. И вот по всему кантику такая ситуация идет. Можно было сделать вот эту серую штучку, немного поднять, и все, и клея не видно. Но производитель SMK, видимо, не захотел заморачиваться с этим. В общем, а вот видите, большая такая ямочка. Но опять же, это все грунтовкой, никакой шпаклевки не надо. В общем, такой набор. Поставлю ему 4 с минусом, 3 с плюсом. Твердой четверки здесь нет. Еще и плюс цена не очень такая, какой бы хотелось бы она, чтобы была. В общем, все-таки, если кого-то он заинтересовал, данный набор, пожалуйста, обращайтесь. Номер телефона, наш сайт, ссылка на Telegram. Обязательно подписывайтесь. Вот, на Instagram уже ничего не даем, потому что у нас запрещенное у нас в России, да? Вот, обязательно подписывайтесь на телегу, каждый день там все выкладываю, показываю, что у нас есть из новинок, поэтому не только Ютубом мы занимаемся. В общем, мы вас ждем, обращайтесь.